мой телефон, можно? Держи, держи, Снежка. Ой, какие же они у вас красивые. Нужно за хвостик их держать. А это Снежок, мальчик, защищает. Не будет видно. Так, давайте их знакомить. Давай. Так, дальше. Буся, это Снежок. А это Снежинка. Две девочки. Два мальчика. Где два мальчика? Ну, я и три девочки. Нет, четыре девочки, получается. И два мальчика. Нет. Бусинка облизывает. Ой, смотри, как обнимает, обнимает и целует. И облизывает снежинку. Нет, ой, нет, кусает. Кусать хочешь? Нет, кусать нет, нельзя. Нет, кусать нет, нельзя. Снежок. Убираем. Хороший. Испугалась. А Снежок тоже испугался при знакомию. Покажи зуб. Ой, какой зуб растет красивый. Мама, а можно ты снимешь на мой телефон? Да такой? Подожди ты со своим телефоном. Ой, как красиво. Ой, какой красивый. Какая красивая девочка у нас. Скоро будут шиншиллятки, да, мама? Ну, скоро. Ой, я тут вижу попочку. Прямо видно по глазам, что это девочка, да. И по мальчикам по глазам, что это мальчик. Я всегда узнаю, кто мальчик, кто девочка. Так, хвост нельзя, куси. Бусечка. Буся. Он хочет выбраться. Ладно, отпустим Снежиночку. Буся, теперь твоя очередь. Можно отпускать, да? Ну, она сейчас убежит. Ну, давай попробуй. Отпускай, Саш. Пусть побегает. А Бусинку отпускать? Нет, Бусинку не надо, а то она будет пугать их. Она хочет выбраться, Бусинка. Можно ее опустить на пол? Да, на пол, а зачем? Поехали. Да где ты там, Снежок? Только не туда, только не туда! Так не пугайтесь, так пусть ходят себе, почему бы и нет? Там растения, пусть ходят. Так, нет. Отпусти, ты можешь отойти? Снежинка моя, я в нее отвечаю. И она может ходить, у нее есть право. А я отвечаю за Снежка. У него нет права, да? Нет, у него есть право, только чтобы он не выбрался на пол. Оп, убежал. Убежала Снежинка. Снежинка. Да не трогай ты его. Снежинка. Отойди, моя. Саша, туда дай ему побегать. Снежинка. Смотри, мама. Я ее не люблю. А я хочу тоже ее люблю. Снежок. Надо мне Снежка. Она, он изучает растения. Нет, сюда нельзя. Сюда можно. Нет, туда нельзя. Мама, ты знаешь, что Мишела тоже спать. Смотри, она у меня сидела. Покажи, там я. Нужно держать ножик. Извини.
ее кусается. И готовься, Саша. К полету! Пускай пойдут побегают. Зачем ты схватил? Пусть бегает. Я хочу стежка. Анастасика задержала. Ну что? Пусть побегают немножко. Я никогда его не поймаю. Снежиночка. Снежок. Снежок. Мама. Ты мне его дашь? Где они там покушать? Так, забирай, чтобы они не погрызли мне. Так, снежинка. Снежинка. Снежка заберем. На, Саша, держи его. За хвост. Тихо, смотри, как она красива. Ну все, да? Пока-пока. Пока-пока. Показали мы свои. Пошли еще играть. Настасик. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал Анастасия и Саша. Смотрите новые видео. Ставьте лайк. Пока-пока. Мы вас очень любим. А ты че клюнул? А? Пока. Пока. А что ты так расстроился? Ты меня обидела. Так я не успела включить. Все, пока-пока. Кто не успел, тот опоздал. Пока. Пока. Будь здорова. Спасибо. А мы пойдем. До новых встреч. Я Снежинка. Пока. До новых встреч. Пока. Я Снежок. А я Пушинка. А пока. Пока. Надеюсь, что я со мной в школе поиграют. А то вся любовь достается тебе.